Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас мега крутой макияж по технике Goar. Это очень простая техника с элементами лифтинга, подтяжки лица вверх. Она ежедневная, повседневная, простая, с минимальным количеством использования продуктов, которая подойдет всем красоткам. Итак, давайте приступим. На просторах интернета как-то я увидела, как Goar себе делает ежедневный макияж. Мне безумно захотелось повторить. На самом деле настолько все просто и настолько все круто. Такая она вообще умничка. Я счастлива, что однажды наткнулась на это видео. Вам очень рекомендую тоже посмотреть и попробовать на себе повторить эту технику. Так, что мы делаем вначале? Закалываем, да, убираем свои волосики. И приступаем к тону. У меня это будет Avon BB крем, тонирующий крем для лица совершенства. У меня, кстати, многие девчонки спрашивают, какой лучше взять крем для жирной кожи, и который еще и будет хорошо перекрывать. Вот, девчонки, я вам очень советую. Хоть это и BB крем, он очень плотный. Наносим крем. Я делаю это либо кистью, либо пальцами, потому что не люблю плотный слой тонального крема на лице. Кто любит плотный, конечно, можно воспользоваться спонжем. Мы затонировали лицо и теперь приступаем к скульптурированию. Выбирайте продукт тот, который подходит вам. Будет это ли какой-то бронзан, будут это какие-то румяна по своему цветотипу лица, да, там коралловые, розовые, коричневые. В общем, то, что вам нравится, то, что вам идет. У меня вот такие вот румяшки в шариках от Avon True, трехцветные. Сейчас, если найду. Нет, здесь не написано ни кода, ничего. И кисточка вот такая от Faberlic. Мне нравится ей это делать. Вот как они выглядят. Мне маловато от них пигментации, поэтому я иногда все три шарика раздавливаю, чтобы у меня побольше продукта было такого сыпучего, да, и понасыщеннее была пигментация. Набираем на кисточку продукт. Что мы делаем дальше? Дальше область, куда мы наносим скульптор и румяна, вот этим продуктом как бы покрываем. Заходим немножко к носу. Вот так. Если мы делать будем вот это ровно, то у нас будут, знаете, такие мужские скулы. Поэтому слегка вот этот вот контуринг у нас должен уходить к носу. Я сейчас сделаю одну сторону, и вы увидите, какая разница. С учетом того, что это такой, знаете, персиково-коричневый, слегка сияющий цвет, смотрится потрясающе. Вы подбираете продукт тот, который нравится вам. Вот так мы все это дело делаем. И затем еще проходимся по зоне, если вам нужно сузить лицо, да, контура лица и вот так вниз, нижнюю часть. Если у нас есть второй подбородок, то тем же самым продуктом мы будем затемнять вот эту зону. Да? Вот так. Что мы делаем дальше? Тем же самым продуктом набираем его на кисть. И наносим на все подвижное и неподвижное веко, уводя немножко вверх. Вот так. Уводя немножко вверх над бровь. Над бровью. Наносим интенсивно, потому что у нас это будут и как тени. И делаем слегка эффект лифтинга. Как его добиться? То есть мы нанесли на веко этот оттенок, да? Он у нас сияющий, придает свежести лицу. И дальше над бровью, вот сюда. Я надеюсь, что вы видите хотя бы оттенок, потому что камера его передает не сильно. Да, мы вот эту область тоже с вами замазали, скажем так, и у нас получается эффект лифтинга. Глазик, видите, сразу пополз вверх, раскрылся. Тот же самый продукт. Мы наносим по линии роста сбоку волос. Это тоже делается для эффекта лифтинга, да, подтяжки лица. Вот уже видна разница между половинками, да? Наслаиваем столько, сколько нам надо. Я хочу поярче глазик. И вот сюда уходим вверх.
От природы у меня вот этот глаз меньше, но сейчас он уже смотрится прям подтянутым вверх, да, благодаря вот таким вот простым совершенно Этим движениям. же Этим самым же самым продуктом продуктом мы проконтурируем носик. Набираем его, я этой же кисточкой все делаю, вот так ее сжимаю и прохожусь, так, чтобы вам было видно, вот так вот по носу. Когда мы это делаем, девчонки, очень важно, когда вы проводите полосу, чтобы она шла ровно, то есть вот так, да? Если вы увели ее немножко вниз, да, вот здесь сбоку, то вы уже себе не уменьшите нос, а расширите. То есть вот так вот, да, ровно она идет. С одной и с другой стороны. И если мы хотим слегка уменьшить наш носик, то вот здесь внизу. Вот так. Сейчас я сделаю вторую сторону. Все то же самое. И к вам вернусь. Вот как бы и уже хорошо лицо смотрится свежим, красивым, светящимся. Можно и так идти. Но нет, мы на этом не остановимся. Теперь мы будем оформлять бровки. У меня многие девочки спрашивали тоже хороший карандаш для бровей. Девчонки, я вам кому-то отвечала в личку, когда вы мне писали. Показываю еще раз. ТФ. ТФ Косметик Браун Академи. Это 0,4 тон у меня, светло-коричневый. Здесь я на него пост в Инстаграм писала, выкладывала подробные фотки. Он нереально крутой. С одной стороны такой тоненький, да, с другой стороны расширенный. И кисточка у него тоже потрясающая. Стоит он дешевле 200 рублей. Я ни на что его прям менять не хочу. Оформляем наши бровки. Я еще слегка по ним пройдусь цветным коричневым гелем, чтобы зафиксировать их. Расчесать немножко, да? И дальше нам понадобится, девчонки, либо консилер, либо даже светлый тональный крем, либо белые какие-то тени, или бежевый, да, для чего? Мы прокрасили с вами нашими румянами все веко, а теперь нам нужно отделить область нашего века. У меня консилер от Faberlic, вот такой, Beauty Lab. Нашу бровку отделить от века, да, сделать опять небольшой такой элемент лифтинга и лучше очертить нашу бровь. Прям под бровью, небольшим количеством продукта мы проводим вот такую полосочку. Прям под бровкой. Вот так. И под второй. Вот, нарисовали и слегка сейчас втушуем пальчиками. Он, в принципе, этот консилер и сам подстраивается, через несколько минут его уже не видно. Но смотря какой у вас продукт. Вот, чуть-чуть тушуем пальчиками. Все готово. Так, дальше, к чему мы приступаем? Стрелка. Если вы любите стрелки, рисуйте. Если не любите, все равно советую закрасить межресничное пространство. Я буду делать это черными тенями из своей палеточки и вот такой вот скошенной кисточкой для бровей.
Набираем необходимое количество продуктов. Можно коричневым, как бы закрасить межресничное пространство, кому как нравится. Мне нравится именно так сейчас это делать, потому что это удобно, и наша стрелка, не стрелка, она тушуется. Начинаем от начала глазика, и вот так вот этой кисточкой вот для бровей очень удобно, кстати, это делать. Прям вот от начала, от уголочка, вот так. Вот, видите? И погнали дальше по всему глазу. Как бы быстро, не требует никакой четкости. Тушеванная стрелка сейчас более актуальна, чем четкая, да? И можем слегка увести глаз наверх. Слегка вот так приподнять и увести. Другим концом кисточки этой, вот как выглядит, да? Я сейчас немножко это все дело подтушую, чтобы это смотрелось естественно. Глаз уводим наверх по направлению к кончику. Так мы, если у нас нависшее веко, его раскрываем больше. Вот. И то же самое теперь проделываем на втором глазике. Девчонки, дальше я буду подчеркивать нижнее веко по росту ресниц, немножко выходя. Я использую коричневые тени. Кисточку я буду брать тоже эту, только другую сторону. Она тоже плоская, но немножечко такая вот расширенная, скажем так. Она хорошо подходит для прорисовки нижнего века. Буду брать вот такой вот темно-коричневый оттенок, который рядом с черным, да. Вы можете взять светло-коричневый, если вы белокожая, либо блондинка, то берем, конечно, продукт посветлее. И И прохожусь по прохожу. нижнему веку. Тоже прорисовывая межресничное пространство, чтобы у нас глаз смотрелся цельно, мы не как бы соединяем его с верхней стрелочкой, да? Потому что если вы уйдете куда-то в сторону, то уже получается у нас будет нижнее веко отделено от верхнего, и будет некрасиво смотреться. Поэтому вот так. Вот так я подвожу нижнее веко. Сейчас сделаю то же самое со вторым глазиком. Подвели внизу, девчонки, оба глазика. У нас осталась тушь. Наносим свою любимую тушь. И потом приступим к губкам. Наши глазки готовы, остались только губы. Посмотрите, кстати, какие классные ресницы делает тушь от Faberlic. Вот это из Glam Team линейки. Это три слоя и никаких комочков. Некоторые девочки писали, что потому что комочки, да, паучьи лапки получаются. Ничего подобного, не знаю. Я подвожу карандашком. Он, знаете, такой коричневый. И дальше буду использовать матовую помаду. Вы берете то, что вам нравится. Может быть, это будет какой-то блеск. Так, помадку беру. Где ты, моя хорошая новиночка от Avon? В Инстаграм, кстати, тоже пост на нее делала. И сводчи, если интересно, подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну вот и все, девчонки. Вот такой вот легкий и безумно красивый дневной макияж у нас с вами получился. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Я советую вам очень попробовать такую технику, да, контуринга. Вы увидите, каким прекрасным, подтянутым станет ваше лицо. Она потрясающая. Ну и на этом все. Если видео было вам полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Всем пока-пока. Ждет. -пока.